В нынешнем году в 24 муниципальных образованиях Тверской области будут реализованы проекты по поддержке школьных инициатив. На эти цели направлено более 9 миллионов рублей. Решение приняло региональное правительство. В прошлом году Вышневолоцкий городской округ стал пилотной площадкой для проекта по поддержке школьных инициатив. Идеи ребят по обустройству образовательных учреждений и окрестных территорий были реализованы в гимназии номер 2, школах номер 19, а также в поселке Горняк. На эти цели было направлено более 1,5 миллиона рублей, из которых более 700 тысяч – средства областного бюджета. Мы посмотрели, итоги очень понравились, потому что дети там даже перевыполнили поставленные задачи и планы. Поэтому в текущем году это уже будет носить такой системный характер для других желающих муниципальных образований. В частности, поддержку получит школа номер 43 Твери. Там планируется ремонт помещения, приобретение оборудования и реактивов для лаборатории. В еще одной школе областного центра номер 52 запланировано обновление теплицы, ремонт вспомогательных помещений. В Андреапольской школе номер 3 отремонтируют помещение читального зала, закупят мебель и оргтехнику. Реализацию проектов планируется завершить до 1 августа. Целью программы является не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи основ грамотного и ответственного финансового поведения. Вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы, считает губернатор Игорь Руденя. Это касается развития школ, школьных территорий, интересных содержательных проектов. Я уверен, что мы увидим новые такие яркие интересные проекты, которым даже могут и взрослые поучиться. Напомним, что на сей раз победителями конкурсного отбора стали 40 проектов из разных уголков региона. Городов Кимры, Ржев, Тверь, Торжок, Вышневолоцкого, Кашинского, Нелидовского, Осташевского, Удомельского городских округов и многих других муниципалитетов.